Здание детского ясли-сада номер 9 по улице Рокоссовского историческое. Оно было построено еще в 1937 году и чудом сохранилось после Великой Отечественной войны. Одну его часть занимает детский сад, а на втором этаже другой половины расположилось общежитие 38-й десантно-штурмовой бригады. Это соседство продолжается с 1950 года. На первом этаже под общежитием еще недавно располагался продовольственный магазин, а в скором времени здесь будут находиться еще две группы ясли-сада. Возникла необходимость открытия двух еще дополнительно групп. Пустовало помещение на первом этаже, и в мае месяце было принято решение об открытии этих двух групп. Ведутся активно работы, и в начале сентября, в первых числах сентября, планируется открытие этих двух групп. Сегодня здесь полным ходом идет работа по реконструкции и модернизации объекта. Руководством области поставлена четкая задача – сдать объект до конца августа. Это два изолированных помещения с отдельными выходами. Парадный вход используется, то есть который он и остался со стороны Рокоссовского. Отдельно сделали с торца здания, его раньше не было. Меняем здесь дверные проемы, входные группы. Здание наше старое, получается, то, что мы убирали конструкции некоторые, не несущие конструкции, выявлялись там, ну, дефекты, там необходимо выполнить было усиление, огнезащиту дополнительно. Помещение освободили от кирпичных перегородок. Теперь, согласно плану, они будут из гипсокартона. Далее останется окраска стен, укладка гомогенного покрытия на полах. В санузлах, кладовых и инвентарных будет уложена плитка. Предусмотрена новая вентиляция и система видеонаблюдения. При проектировании были соблюдены все необходимые требования согласно нормативным документам. Времени осталось не так много, однако нет сомнений, что в первых числах сентября две новые группы наполнят порядка 50 детишек.